Экзотические томаты в моей коллекции. Экзоты давно растут на моих грядках. От одних сортов я уже отказалась, другие же до сих пор радуют меня своими плодами. Среди них черное сердце Америки. Неприхотлив, отлично переносит капризы погоды, так как выведен селекционерами Сибири. Устойчив к большинству заболеваний, формируя его в два стебля, требует обязательной подвязки. Необычайный цвет плодов в сочетании с крупноплодностью и отличными вкусовыми качествами не оставят вас равнодушными. Еще одна экзотика – томат «Жаркие угли». Украшение моей грядки. Помидорки при созревании выглядят как раскаленные угли. Плоды мясистые, не очень крупные, примерно 60-100 грамм, с очень сладкой темно-малиновой мякотью и фруктовым ароматом. Неприхотлив, хорошая урожайность, даже при неблагоприятной погоде. Эти два сорта мне очень нравятся. Испытайте и вы их у себя. Надеюсь, вы останетесь довольны экзотикой. Удачи и хороших вам урожаев! Если у вас есть сад или огород, или вы просто любите комнатные растения, подписывайтесь на наш канал, и вы узнаете много нового и интересного.